Зарубежка. Друзья, при подготовке этой программы я заметил, что пока еще ни в одной зарубежке ни разу не прозвучало ни одной песни Леди Гага. Как так получилось, самому непонятно, но прямо сейчас у меня есть шанс исправить ситуацию. Тем более, что именно в 2009-м вышел ее дебютный альбом The Fame. И вторым синглом с него стала песня Poker Face. Композиция достигла мирового успеха и долгое время возглавляла хит-парады более чем в 20 странах, включая Штаты, Австралию, Великобританию, Россию, между прочим, Канаду и ряд европейских стран. Poker Face была номинирована на 52-й премии Грэмми, в итоге получила награду в номинации «Лучшая танцевальная композиция». Ну а журнал Rolling Stone поставил песню на 96-е место в списке 100 лучших песен первой декады 2000-х. По-моему, очень неплохо для дебюта. Но давайте освежим в памяти, как все это было. Леди Гага и ее знаменитый Poker Face. Нулевые. Зарубежка. Ну что, друзья, еще один час очередной зарубежки на исходе. И прежде чем я с вами попрощаюсь, хотелось бы познакомить вас с еще одной свеженькой вещицей. На этот раз прилетела она к нам из далекой Новой Зеландии. Девушка, которая называет себя Лорд. Ее дебютный сингл Royals, вышедший 4 года назад, в марте 2013 года и ставший лауреатом премии Грэмми за лучшую песню года, стал хитом по всему миру, возглавив чарт Billboard Hot 100, что сделало певицу, внимание, единственным новозеландским исполнителем с подобным достижением. И вот уже свежий новый релиз. Песня под названием Green Light. Как раз клип подоспел, между прочим, все, как мы с вами любим. Огонь недели. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'm waiting.
so we could be in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. Ну а на этом у меня все на сегодня. Всем огромное спасибо за то, что были здесь вместе с нами. Ровно через неделю мы снова пробежимся по самым ярким, известным и знаковым хитам из далекого или не очень прошлого. Но и не забудем про нынешние актуальные музыкальные новинки и самые горячие хиты. С вами, друзья, была программа «Зарубежка» и я, Влад Култузов. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна FM». Пока, бай, чао. «Зарубежка». Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Друзья, всем большущий привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». И снова в эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и сегодня я предлагаю вам отправиться в прошлое десятилетие, в самый его конец, а говоря конкретнее, в год 2009. Я постарался отыскать там 10 самых крутых и известных нам песен. Все мы их увидим и услышим в ближайшем часе. Ну и, как обычно, три музыкальных новинки тоже будут. С одной из них мы и начнем буквально через пару секунд. Итак, на старт, внимание! Поехали! «Зарубежка». Начнем с новой совместной работы двух супердиджеев нашей необъятной. Это Smash и Венгеров. Песня называется «Love and Pride». Создатель утверждает, что это потенциальный хит будущего лета и первый сингл из нового альбома Smash, который выйдет уже в этом году. Трек представляет собой новый взгляд продюсеров на знакомое звучание в стиле диско, но уже с новыми приправами и специями. Такое смешение стилей теплого веяния бессмертной музыкальной эпохи под абсолютно фирменным звучанием от Smash и Венгерова. В общем, давайте посмотрим и послушаем, что из всего этого в итоге получилось. Smash и Венгеров, Love and Pride.
Зарубежка. Итак, мы начали сегодняшнюю программу с первой музыкальной новиночки. Это были, напомню, Smash, Венгеров, Love and Pride. И сейчас самое время, чтобы отправиться на 8 лет назад. Прямо по курсу у нас год 2009. В числе самых-самых песен тогда была и эта. Удивительной красоты создание из Британии по имени Шерил Коул. Она, кстати, девушка непростая. Британская певица, автор песен, танцовщица, актриса, модель, филантроп и много кто еще. Плюс к этому именно Шерил Коул стала первой исполнительницей Великобритании с 5 сольными синглами номер 1. Давайте уже ее посмотрим и, конечно, послушаем. А песня будет называться «Parachute». Нулевые. Друзья, напомню, что вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна ФМ». Алиум Дамала Бадара Эйкон Тиам. Слышали про такого? Ну, наверняка только нам он известен как просто Эйкон. Американский R&B хип-хоп исполнитель, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Он стал первым сольным артистом, который занял сразу 2 первых же места в Billboard Hot 100 дважды. Но это не единственное его достижение по жизни. Этот товарищ, между прочим, провел целых 5 лет в тюрьме. В итоге он переосмыслил свои поступки, решил встать на путь исправления и заняться музыкой. Хотя годы, проведенные в заключении, тоже не прошли даром. Большинство текстов к будущим хитам своим он написал как раз в заточении. И, возможно, к этой песне тоже. Давайте уже будем встречать Эйкон и песня «Beautiful». Нулевые. Show you that I love what you are doing for. I see you in the club.
scope. Waistline makes my salute, I'm a brute. High from your high heel game. High heels push up your ass last name. And you're living in the fast lane, eyes like an angel goddess. Watch my yelling, I should address. Spotless, that's bad to the bone. Make me wanna bone, put me in the triple leg zone. Lames don't know how to talk to you, so let me walk with you. Hold my hand, I'ma spend them grands. But after you undress, not like a hooker, but more like a princess, queen, empress, president. Pull anywhere you go on earth, cause you're beautiful. Зарубежка. Программа «Зарубежка» на стране FM, друзья, продолжается. The Soca Starring Britney Spears. Так назывался 7-й концертный тур американской певицы в поддержку ее студийного альбома «Socas». Тур стал самым успешным за всю ее карьеру, а также одним из самых успешных среди сольных исполнителей 2009 года. Общий доход тура составил $150 миллионов. Кстати, если память мне не изменяет, именно с этой программой поп-дива выступал у нас в Москве в Олимпийском. И, как говорят злые языки, большинство песен исполнила под фонограмму. Ну, не знаю, я там не был, а Бритни все равно, согласитесь, очень и очень хороша. Может быть, и не надо ей все-таки вживую сильно петь. Записали песню в студии, сняли клип, и красота. Нулевые. Well, baby, I put on a show kind of girl. Don't like the backseat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel the same. Зарубежка. Напомню, друзья, что в «Зарубежке» мы сегодня смотрим и слушаем самые-самые крутые, перекрутые, удивительные, переудивительные песни 8-летней давности. «Джайхо» — это такая интерпретация песни, одноименная из фильма «Миллионер из трущоб». Если вы сам фильм видели, наверняка ее должны помнить. Если не смотрели кино, то песню наверняка слышали. Но если с вами не случилось ни того, ни другого, то у вас есть уникальная возможность прямо сейчас ознакомиться с заявленным ранее музыкальным материалом. Итак, смотрим и слушаем. «Брахман», «The Pussycat Dolls» и песня «Джейхо». Нулевые. Hey,
Вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM». И мы с вами, друзья, продолжаем вспоминать самые популярные песни 2009 года. Многие из них, кстати, звучат отовсюду до сих пор. И прямо сейчас одна из таких. One Republic – All the Right Moves. И прежде чем мы ее услышим, небольшая цитата от фронтмена группы Райана Тедера. В одном из интервью он заявил, что это, возможно, самая веселая и энергичная песня из тех, что мы когда-либо создали. Я, честно говоря, весь альбом не слышал, но теперь, наверное, уже и не стану этого делать по понятным причинам. Итак, One Republic, All the Right Moves. Нулевые. Зарубежка.
Всем еще раз большущий привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и мы с вами продолжаем слушать и смотреть самые мощные, яркие или, говоря проще, лучшие хиты 2009 года. В интервью журналу Billboard известный продюсер и музыкант Will.i.am рассказал, что «The End» расшифровывается как «The Energy Never Dies» — «Энергия никогда не умрет». По его словам, это не просто очередной альбом группы Black Eyed Peas, а дневник музыки, к которому можно обратиться всегда, в любой момент с приходом вдохновения. И эта модель энергии будет жить и обновляться практически всегда. Ну вот всегда, да не всегда. В 2011 году группа самораспустилась, и пока новостей о воссоединении особых нет. Но новостей нет, а песни есть, как раз из того самого 2009-го. Black Eyed Peas и песня Meet Me Halfway. Нулевые. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Oh,
Зарубежка. Ну а теперь, друзья, в Зарубежке на телерадиоканале Страна FM еще один очень свеженький трек. Давайте ненадолго вынырнем из 2009-го и посмотрим, что же происходит прямо сейчас в настоящее время. В мировых новинках я наткнулся на такую не совсем стандартную чисто внешне девушку для поп-сцены, но совершенно потрясающим и запоминающимся тембром голоса. Сама песня в общем тренде, ничего нового, кроме голоса. И вот как раз из-за него-то я и предлагаю вам все это дело прямо сейчас нам вместе и заценить. Давайте уже скорее слушать и смотреть. Алма и песня Chasing Highs. Огонь недели. People near the poison. 3 a.m. You just touched my hand and made me lose my focus. I almost didn't notice. And I better know what to do. Who's gonna be the first one to move? I wanna get closer to you. Друзья, предлагаю вернуться в 2009 год. Напомню, что в сегодняшней программе самые яркие, популярные и самые успешные песни в 8-летней давности. «Каскада» переводится с испанского как «водопад». Кстати, немецкая группа, играющая в стиле электропоп, известна своими хитами «Every Time We Touch», который одержал победу на World Music Award в 2007 году, «What Hurts The Most», который штурмовал чарты уже в 2008, а также «Evacuate The Dance Floor». Этот сингл стал первым в чартах Великобритании, Германии и других странах уже в 2009. По всему миру было продано 20 миллионов копий трех альбомов. Группа была основана в городе Бонн, Германии, в 2004 году и существует, кстати, успешно вполне по сей день. «Каскада» представила Германию на конкурсе песни «Евровидение 2013» с песней «Glorious», заняв всего лишь навсего 21 место. Но вот такая небольшая историческая справочка для общего развития. Слушаем и смотрим. «Каскада» — «Evacuate the Dance Floor». Нулевые.
said, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Don't try, keep it tight, cause it's pulling you in. Pick it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. That's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Wrap it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. It's like an overdose. Is heating up. Move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? I got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up off the wall and just shake that thing. Go crazy, yo lady, yo baby, let me see you wreck that thing. And drop it down low, low, let me see you take it to the dance floor. Yo, everybody in the club, друзья, вы смотрите и слушаете «Зарубежку» на стране FM. И сегодня, друзья, мы с вами в 2009 году. Армандо Кристиан Перес, более известный под сценическим псевдонимом Питбуль. Американский рэпер, певец, музыкальный продюсер кубинского происхождения. Такой вечный тусовщик, который любит сигары, белоснежные сорочки, классические брюки со стрелками и постоянно нагоняет пафоса в окружении умопомрачительных красоток. Его жизнь напоминает собой череду мимолетных бесчисленных романов. Короче, настоящий матч. Однако он также является создателем благотворительного фонда, средства из которого выделяются на образование латиноамериканских детей из бедных семей и на поиски и поддержку молодых талантов. То есть неплохой человек, в принципе, Питбуль. И песни у него просто огонь. Например, вот это. Нулевые. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale! I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner. To the top, yeah. Pit got it locked from goose to the lock. Yeah. So R.I.P. a big impact that he's not.
Alfred Hitchcock. Enjoy me. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, 305, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. Друзья, программа «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM» прямо сейчас продолжается, и мы с вами по-прежнему в 2009 году. Вспоминаем самые мощные хиты 8-летней давности. «When Life Takes Over» — песня Дэвида Гетта из его 4-го студийного альбома «One Love». Она была выпущена в качестве сингла 21 апреля 2009 года. Трек получил высокую оценку многих критиков, большинство отметили и мощный эмоциональный вокал Келли Роуланд. Но спела она там на самом деле просто фантастически и совершенно невероятно. Это, кто не помнит, одна из трех девушек, некогда входивших в состав Destiny's Child вместе с Бейонсе. Так вот, песня, о которой мы с вами говорим, достигла успеха во всем мире, попав в чарты 10 стран, в том числе Великобритании, Ирландии, Италии и Швейцарии. И я, как вы понимаете, не мог пройти мимо нее. Будем слушать и смотреть. Дэвид Гетта, Келли Роуланд, When Life Takes Over. Нулевые. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
«Зарубежка».